91 миллион рублей на строительство дорог и коммуникаций на земле для многодетных получила Анапа в 2015 году. Это результат работы администрации. Проекты по Гастагаевской и Уташу включили в краевую программу. 32 участка в Уташе и 118 в Гастагаевской. Не чисто поле, а готовые для жилищного строительства районы. Какие проекты сейчас находятся в работе, поинтересовался глава Анапы у начальника управления Капстроя. Мы сейчас заканчиваем Цибанабалку, это самый крупный участок, там под 300 участков, и поэтому... проекта нет, да? Нет, мы заканчиваем проектирование, и вот-вот выходим на государственную экспертизу. А что мы закладываем там в проекте? Значит, мы закладываем там дороги в отсыпка, электроэнергия и канализация. Недостаток проекта – отсутствие центрального водоснабжения. Управление капитального строительства ссылается на технические сложности. Однако глава Анапы не согласен с такой позицией. Давайте мне в табличном варианте массив, количество, кадастровый номер, если он один. Если все кадастровые, то в границах участка. И первое – наличие проекта. Вода, электричество, канализация, дорога, тротуар. И газ. И отжиган. Надо этот вопрос двигать вперед. Кроме документов по Цибанабалке, разработаны и готовы проекты на обеспечение инфраструктурой 120 участков в Джигинке, 145 в Суворо-Черкесском и 4 в Гастагаевской. Добиться одобрения заявок и получить краевое финансирование. Этого требует от городских служб Сергей Сергеев.